Центральный – один из самых новых парков в Балакове. Его благоустройство продолжается и сейчас. Здесь всегда было большое поле, деревьев на нем никто не сажал. Поэтому после того, как на новой общественной территории между пешеходными дорожками определились зеленые уголки, на этих участках начали высаживать деревья. Сегодня Т-плюс инициировал акцию посадки деревьев в Центральном парке. Думаю, совместными усилиями будет делать все возможное для того, чтобы в парке было уютно, комфортно, чтобы это было любимое место отдыха наших балаковцев. И думаю, со временем так оно и будет. На этот раз в Центральном парке трудились теплоэнергетики, депутаты, представители администрации. Они высаживали не маленькие деревца, как обычно бывает, а 54 крупномера, высотой до 4 метров. Эти саженцы уже отметили юбилей. Мы в Саратове сажали на набережной крупномеры. Сегодня высаживаем в городе Балаково, в Центральном парке, деревья больше 10 лет им уже. И надеемся, что они быстро приживутся и будут приносить радость жителям и украсят парк. Вообще, в рамках федерального проекта «Деревья городам Т+» теплоэнергетики высадили уже 30 тысяч саженцев. Больше всего в Балакове. Около месяца назад сотрудники Т+, пополнили лесной фонд Балаковского лесхоза на 20 тысяч маленьких ясеней, высадив их на поляне в районе Старой пристани. На этот раз теплоэнергетики озеленили Центральный парк. Здесь объемы высадки, конечно, не такие масштабные. Важно, чтобы каждое дерево прижилось, а потому особое внимание уделили качеству, а не количеству. Мне, как жителю этого города, очень приятно было сделать это. Через некоторое время, когда деревья окрепнут, мы будем обязательно приходить сюда с семьей. Мне очень приятно, что эти деревья будут расти вместе с моим ребенком. Многие балаковцы не верят, что Центральный парк когда-нибудь станет зеленым и красивым. Слишком уж медленно идет его благоустройство. Но все деревья, которые высаживают на этой территории, хорошо приживаются. А это значит, что не за горами тот день, когда здесь появятся тенистые аллеи, по которым будут прогуливаться балаковцы.